Всем привет! Как и обещала, сделала аранжировку попроще на композицию группы «Король и Шут. Кукла колдуна». Это, конечно, не самый простой вариант для начинающих, но гораздо легче, чем предыдущий. Также мои видео с разбором можно смотреть на Дзене и ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео, а далее разбор. Аранжировка не сложная, подходит для начинающих. По пятибалльной шкале примерно уровень второй. Здесь все играется в первой позиции, без барре. Тональность ля минор. Если все-таки хотите сыграть тональность оригинала, можно будет сделать все то же самое с каподастром на пятом ладу. Либо разучить другой вариант, который у меня тоже имеется, в оригинальной тональности ре минор. Разбирать будем, как обычно, по частям, по небольшим фразам, буквально по два такта. Первая часть – это вступление, мы его поделим на две части. И первая фраза. На аккорде ля минор, то есть мы его зажимаем сразу весь, указательным вторая на первом ладу, безымянным третья на втором и средним четвертая на втором. Играем струны, которые зажали. Третью, четвертую держим, вторую отпускаем и играем два раза вторую открытую. И два раза третью на втором. Снова возвращаем указательный палец, играем вторую на первом. Поднимаем указательный, вторая открытая, третья на втором, два раза. Еще раз вторая открытая и вторая на первом. То есть на протяжении этих двух тактов четвертую и третью струну мы держим. Давайте пройдем с метроном. Внимательно послушайте, как это ритмически должно прозвучать. Скорость метронома 140 ударов в минуту, в принципе, как при исполнении, но играть будем в два раза медленнее. И дальше два такта. Здесь зажимаем ре минорный аккорд, указательным первая на первом, средним третья на втором и мизинцем, либо безымянным, лучше мизинцем, вторая на третьем. И играем струны, которые зажали. Опять же вторую, третью держим, первую отпускаем, играем ее два раза открытую. Дальше вторую отпустили, мизинец, зажали вторую указательным на первом ладу, играем два раза. Затем первая на первом. Можно либо переставить указательный, либо, если получается, зажать вот такое малое барре на первом ладу. Вот сыграли первую на первом, дальше первая открытая, вторая открытая, все отпустили. И зажимаем средним пальцем четвертую на втором, указательным, третью на первом, ми-мажорный аккорд неполный. И играем струны, которые зажали четвертую и третью. Пройдем с метрономом. Опять же, внимательно слушайте ритм. Вот мы разобрали 4 такта, и дальше они повторятся с небольшими изменениями. То есть в первом такте мы сыграем еще пятую открытую струну. Да, вот так же ля минор на аккорд, но пятую открытую в басу еще играем. Дальше мелодия такая же. Теперь также зажимаем ре минорный аккорд, как было, и играем его тоже с басом, с четвертой открытой струной. Также открытая вторая в конце, и здесь уже идет ход в басу. Шестая открытая, шестая на третьем, шестая на четвертом. Ну, давайте вот эти 4 такта сыграем с метрономом сразу. Thank you.
была первая часть вступления, первая половина. Давайте ее отдельно сейчас сыграем с метрономом и потом разберем уже вторую половину. Половинку мы разберем отдельно, поскольку она будет играться точно так же, как будет играться впоследствии припев. Да, все вступление, в принципе, оно у нас по мелодии припева. И вторая половина, здесь добавятся у нас удары по аккорду. И в таком же абсолютно виде мы будем играть эту часть в качестве припева. Итак, тоже два такта. Тоже на аккорде ля минор та же самая мелодия, добавился рисунок в басу и добавились удары. Зажимаем весь аккорд, вторая на первом, четвертая, третья на втором. Играем вторую с пятой. Отпускаем только вторую и делаем удар по второй, третьей, четвертой. Повторяем вторую открытую с пятой. Третья. Все зажато, да? Третья, четвертая также. И удар по третьей, четвертой. Пятую повторяем. Снова вторая на первом. Вторая открытая. И вот здесь удар тоже по третьей, четвертой. И повторяем третью с пятой. Еще раз третья. И удар по второй, третьей, четвертой уже. И вторая на первом. Точно так же на протяжении двух тактов третью и четвертую струну мы держим, не отпуская. Пройдем с метрономом. И также на аккорде ре минор. Нажимаем сначала весь аккорд. Первая на первом, третья на втором, вторая на третьем. Играем первую с четвертой. Также отпускаем только первую и удар по первой, второй, третьей. Дальше первая с четвертой, первая открытая. Дальше также вторую отпускаем, зажимаем указательным ее на первом ладу. Играем сначала и держим и делаем удар также указательным пальцем вниз по второй, третий. Повторяем четвертую. Возвращаем указательный палец. Первая на первом. Первая открытая. Третью мы держим на втором. Вторую зажимаем снова на третьем ладу и удар по второй, третий. И вторая открытая. Все можно отпустить. И ход в басу здесь почти такой же, как в конце был предыдущей части. Но играем два раза шестую. Открытую, да, мы сыграли два раза. И также на третьем ладу, шестая на четвертом ладу. Пройдем эти два такта с метрономом. Дальше эти четыре такта повторятся абсолютно так же, с единственным изменением. В конце ход в басу мы играли два раза шестую открытую, потом шестая на третьем и шестая на четвертом. Второй раз будет просто четыре раза шестая открытая струна. В таком же ритме, ровными восьмыми нотами. И давайте сразу пройдем всю эту часть с метрономом. Thank you.
вступления, и вторая половина вступления также является припевом. Дальше начинается куплет. Первая фраза, также два такта. То есть мы зажимаем аккорд ля минор, четвертая и третья на втором ладу, они нам нужны будут. И вторую на первом все-таки зажмите, чтобы подстраховаться, если вдруг заденете ее, чтобы это была аккордовая нота. И играем третью с пятой. Теперь удар по третьей, четвертой, шестая, третья. И снова удар по третьей, четвертой, ну и пятую можно зацепить. Теперь указательные можно отпустить. Третья, четвертая на месте. И мизинцем мы зажимаем пятую на третьем. Играем пятую с третьей. Теперь безымянный поднимаем. Третью отпустили. Средний остался на месте на четвертой струне. И делаем удар по третьей, четвертой. Повторяем третью открытую с пятой на третьем. И удар по пятой, четвертой по басам. Немножко неудобно, но если потренироваться, все получается. Пройдем с метрономом. Дальше. То есть вот мы закончили на аккорде до мажор. Мизинцем зажата была пятая, да, струна на третьем, среднем четвертая на втором. Вот эти пальцы мы сдвигаем вверх. Четвертая получается на третьем среднем зажимаем. И мизинец пятая на пятом. Играем их вместе щипком сначала, да, пальцами. Затем по ним же делаем удар. Теперь отпускаем мизинец, играем пятую открытую, четвертая на месте, повторяем ее на третьем. И еще держим четвертую, указательным дожимаем третью на втором и удар по третьей, четвертой. Ну, пятую, если заденете, не страшно. Все, теперь указательный сдвигаем обратно, вот сюда на первый лад. Третья на первом, играем ее с шестой открытой. Держим и подставляем весь аккорд ми-мажор, то есть еще пятая и четвертая на втором ладу. И по ним делаем удар. И держим, повторяем четвертую с шестой. И еще раз удар по басам. Пройдем с метрономом. Эти четыре такта потом повторятся у нас без изменений. Сейчас мы уходим на первую вольту, то есть первое окончание. Первый раз мы его играем, потом повторяем предыдущие четыре такта, и окончание уже будет другим. Тоже два такта. Также на ля миноре мы начинаем, четвертую и третью зажимаем. Ну, можно с первой. Ой, со второй еще на первом ладу. И играем третью с пятой. Повторяем третью. Удар по басам пятая, четвертая. Повторяем третью с шестой. Еще раз третья. Удар по басам и третья. Также держим третью, четвертую. Мизинцем зажимаем пятую на третьем. Играем ее отдельно. Также поднимаем безымянный, четвертая на втором осталась средним пальцем. И удар по третьей, четвертой. Повторяем третью с пятой. И удар по пятой, четвертой. То есть похожа фраза на первую фразу, но немного она поменялась ритмически. Пройдем ее с метрономом. Также мы передвигаем пальцы, пятая на пятом мизинцем, средним четвертая на третьем, играем их вместе. Повторяем четвертую, делаем удар, ну желательно только по пятой попасть, вот так.
Все, пятую отпускаем, четвертую держим, указательным зажимаем, третью на втором, играем ее с пятой. И удар по четвертой, третьей. И также сдвигаем указательное третье на первом, подставляем сразу ми-мажорный аккорд, играем четвертую на втором с шестой. Удар по басам, по аккорду можно. Повторяем пятую на втором, четвертую. Четвертая открытая, ну, можно уже аккорд здесь отпустить. И безымянным пятая на третьем. Пройдем с метрономом. Вот мы дошли до репризы. Знак повторения – вертикальная толстая линия, тонкая и две точки. Досюда мы доиграли. Возвращаемся на такую же репризу, только в зеркальном изображении. 17-й такт – это начало куплета. Повторяем 4 такта. И после этого переходим на вторую вольту, то есть второе окончание на 25-й такт. Немножко незаконченная, да, фраза. И играем также, ля минор зажимаем, играем третью с пятой, повторяем третью, удар по басам, третья с шестой, удар по третьей, четвертой, пятой. Также зажимаем дожимаем мизинцем пятую на третьем, играем ее вместе с третьей, третью отпускаем, удар по третьей, четвертой, пятая с третьей. И вот здесь удар, ну, по пятой струне желательно просто попасть. И все, отпускаем, четвертую открытую играем. Пройдем с метрономом. И следующая фраза. Четвертую зажимаем на втором ладу средним пальцем и делаем удар по пятой, четвертой. Затем сдвигаем его на третий лад, да, четвертая на третьем. Играем ее с пятой открытой щипком. Четвертая на третьем среднем осталась, указательный подставляем, третья на втором и удар по третьей, четвертой. И дальше открытая вторая, все отпускаем. Шестая открытая, ну, либо сразу подставляем ми-мажорный аккорд, можно просто шестую сыграть, можно большим пальцем по басам вниз, и затем на ми-мажорном аккорде еще удар указательным пальцем вниз по аккорду, ну, по средним струнам. Держим, повторяем пятую, четвертую, и четвертая открыта, и пятая на третьем безымянным. Похожее место уже было в первой вольте, и затем средним пальцем зажимаем третью на втором и большим пальцем играем либо четвертую открытую, либо две струны, четвертую, третью. Сразу нужно заглушить и еще два раза четвертая, четвертая на втором, можно, да, молоточковым ударом сыграть средним пальцем. Средний палец остается, четвертая на втором месте с шестой открытой. И безымянный шестая на третьем, четвертую отпускаем и играем шестую на третьем вместе с четвертой и третьей открытыми. После этого сразу начинается припев. Давайте пройдем с метрономом. Пройдем с метрономом весь куплет. Thank you.
После этого сразу начинается припев по форме. Ну, в оригинале там несколько куплетов и припевов. И после последнего припева звучит такой небольшой бридж. Здесь аккорд фа мажор, можно зажать без барре, то есть только басы зажимаем указательным. Шестая на первом, безымянным пятая на третьем, мизинцем четвертая на третьем и средним сразу можно зажать третью на втором ладу. И делаем такой небольшой удар большим пальцем, да, сверху аккуратно. Дальше держим, играем третью. Да, вторая открытая. Вот здесь можно все отпустить. Бас желательно подержать. И средний палец переставляем. Вторая на первом. Это чтобы избежать барре. Либо, если у вас проблем с барре нет, можно то же самое сыграть. Да, на последнюю ноту дожать барре на первом ладу. А дальше. На аккорде соль мажор здесь достаточно просто зажать безымянным шестую на третьем. Играем вместе вторую, третью, четвертую и шестую. Ну, либо вместе, либо арпеджиато можно сделать по очереди. Да, играем. Подставляем средний палец третья на втором и третья открытая. Безымянный держим. Давайте пройдем с метрономом. Здесь аккорд до мажор зажимаем, вторая на первом указательном, среднем четвертая на втором и безымянным пятая на третьем. Играем вместе первую, вторую, третью и пятую. Все держим, вторая, третья. И следующий такт тоже весь такт будет играться на этом аккорде. Не отпускаем ничего, повторяем вторую с пятой. Теперь удар посередине вниз. Повторяем вторую с пятой. И удар посередине. Три удара будет. Один вверх, второй вниз и вверх. Удары вот эти в конце аккуратнее делаем. Потише можно. Это просто заполнение, не главная мелодия. Пройдем с метрономом два такта. Также начинается на аккорде фа мажор, его зажимаем, а как и в первой фразе, удар по басам большим пальцем, играем третью, вторую и средним, также вторая на первом, да, ноты те же самые, но чуть-чуть отличаются ритмически от первого такта этого бриджа, внимательно послушайте. И дальше открытые вторая и четвертая. Третья на втором, третья открытая. Пройдем с метрономом. И последняя фраза. Здесь на аккорде ми мажор будет, ну, в принципе, весь зажимать не обязательно. Четвертую струну средним зажимаем на втором ладу, играем ее один раз. Затем с шестой струной, еще два раза шестая струна. Теперь указательным дожимаем третью на первом, играем вместе третью, четвертую, шестую. И еще четыре раза шестая открытая струна. Следующий такт. Здесь же остаемся. Играем вторую, третью и шестую. Еще два раза шестая. Теперь средний палец переставляем. Вторая струна на первом. Указательный остается. Третья на первом. И играем вторую с третьей и шестой. Еще два раза шестая.
И вторую отпускаем, третья на первом, играем вторую, третью и шестую. Пройдем с метрономом. Затем в оригинале играется по мелодии припева, инструментально несколько раз она проигрывается и заканчивается песня. Давайте пройдем бридж с метрономом целиком и затем разберем коду. Затем играется припев. Я его сыграла один раз. И когда мы уже переходим на последнюю фразу на ре минор, вот давайте разберем вот эту коду окончания. В принципе, то же самое на ре миноре мы играем. Первый такт такой же. Дальше также. Вот когда мы сыграли вторую открытую струну, подставляем весь аккорд ми мажор по нему большим пальцем. Да, можно ударить, ну либо просто бас сыграть шестую. И дальше вторая на первом ладу, ну либо мы указательным пальцем дожимаем малое барре на первом, ну либо переставляете просто его. То есть два раза получается: вторая на первом, вторая открытая. И вот эти пальцы, средний и безымянный, переставляем на четвертую и третью струну на второй лад и играем третью, четвертую и пятую открытую басу. Давайте пройдем с метрономом. На этом, собственно, все. Желаю вам удачи, успехов, терпения и до новых встреч. Пока!